Херсонской области «Химарс» уничтожили практически все большие мосты, остались только пешеходные переходы. Об этом сообщила оперативная группа войск «Каховка». Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружений и личного состава с территории Крыма. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области. В свою очередь, руководитель Объединенного пресс-центра сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк заявила, что вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях на юге Украины. Украинская армия прорвала первую линию обороны под Херсоном. По последней информации, 109-й полк, так называемый ДНР, отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Это доказывают также кадры из телефона пленного русского солдата, где говорится, что в Херсонском направлении украинская армия обстреливает позиции оккупантов из всех видов оружия, в том числе артиллерии и авиации. Группы ударятся всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. С танков, авиации, артиллерии. 29 августа.